Внимательно приглядывайтесь в кошке, если она проявляет повышенное беспокойство, ластится к хозяину больше обычного, стала навязчивой, трется обо все предметы, возможно, течка скоро начнется или уже началась. При этом обратите внимание на аппетит, так как в первые дни течки он увеличивается, затем уменьшается или пропадает совсем. Не пугайтесь, если кошка начала издавать громкие горловые крики, именно они являются для котов главным призывным и волнующим фактором. Учтите, что если у вашей кошки спокойный темперамент, она может в эти дни, наоборот, лежать распластавшаяся лишь изредка покряхтывать, молча страдая и вызывая сочувствие хозяев. Осмотрите половые органы кошки, в дни течки они немного припухают, вульва становится увеличенной и влажной. Для этого периода характерно также частое мочеиспускание. Погладьте кошку по спине от шеи до хвоста, и если вы заметили, что кошка становится в характерную позу, оттопырила хвост, подняла таз кверху и топчется на месте, не сомневайтесь. Она готова к спариванию, это самые благоприятные дни для зачатия у кошки. Если у вас есть кот поблизости, следите за его поведением, так как он первый почувствует приближение течки у кошки. В первые дни она еще не подпустит его к себе, просить кота она начнет только на второй, третий день, однако само присутствие рядом кота будет стимулировать выделение половых гормонов у кошки, что увеличит вероятность наступления беременности. Посмотрите, как ведет себя кошка в присутствии людей. Одним из признаков течки можно назвать повышенное внимание и приставание к представителям мужского пола, например, к хозяину или гостям. Кошка может также кататься по полу, бегать по квартире, кричать так, будто страдает от невыносимой боли. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Атлетик Блокру. Атлетик это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные риеты и планы питания. Атлетик Ру – это сообщество помощи и поддержки худеющих.